Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И как же, ребята, я рад, что вы дали зеленый свет на прохождение этой замечательнейшей игры. Вы ставили лайки и, в общем-то, сказали, да, Саня, проходи. И большое вам, ребята, спасибо, вы настоящая элита. И я очень рад, что смогу поделиться своим удовольствием не только с самим собой, но еще и с вами. Ну и давайте, наконец-таки, уже продолжать следить за приключениями мамаши Рыси. Поехали! Да... Да, естественно, да. И, кстати, ребят, сразу предупрежу, что я немного сделал звук погромче, поэтому, возможно, будут какие-то траблы со звуком. Все будет хорошо, и звук не будет выкручен на максимум. Так, остановились мы в прошлый раз примерно как раз-таки на этом месте. Ну, не совсем на этом, мы остановились возле речки. Мы подошли, немного попили вкуснейшей родниковой водички. Мои рысята тоже выпили ее немного, и они довольны. Посмотрите на их мордочки, хотя они не улыбаются. Было бы круто, если бы они улыбались, это было бы классно. Давайте, малыши, мы снова подойдем к речке и снова попьем, потому что возможно, что игра не засчитала то, что мы попили. Так, давайте попробуем. Ммм, какая вкусная вода, ребята, наслаждайтесь, посмотрите, как вашем... Эй! Вы чё? Детишки, котятки, вы куда пошли? Вы захотели утонуть? А, фух, слава богу, они не утонули. Интересно, они умеют плавать или нет? Давайте попробуем. Побежали, хотел сказать. Хам! Ну, можно было догадаться, что рысь не умеет плавать. Ну, или, по крайней мере, не любит это делать. Скорее всего, умеет, но, блин... Эх, надеюсь, я не умер. Нет, я не умер, а где мои малыши? Малыши, идите сюда. И, кстати, ребят, вы сказали, что моя мамаша рысь тоже хочет кушать. Ее тоже нужно кормить. Но я пока не совсем понимаю, как можно это сделать. Я подходил к мертвым животным, пытался их погрызть. Но ничего у меня из этого не выходило. Блин... Эти озорные котята настолько озорные, они бегают и спотыкаются, скользят по земле, это круто, давайте еще раз посмотрим. Малыши, давайте покажите маме, на что вы способны. Чух, о, да, немного занесло вас, ребят, но ничего страшного, давайте попробуем перебраться на ту сторону, благо здесь есть... Эй, как у меня в зубах оказалось это создание, это какой-то кузнечик или саранча? Ну кушайте, ребят, это тоже очень вкусно, и почему у него идет кровь? Эй, я не хочу есть своего детеныша, я хочу поесть еды, только я не знаю, где можно ее найти. Что вы нашли, ребят, что вы нашли? А, яички, да? И опять вы своей маме ничего не оставили, маленькие засранцы. Ну ничего, я на вас не в обиде, ваша милота покрывает ваше неуважение к матери. Так, сладенько, мы бежим в лес. Туда я и хотел отправиться. Хотя кто-то мне писал, что лучше отправиться в горы. Но, блин, в горах холодно и грустно. Я не хочу бежать в горы. Давайте лучше попробуем еще какое-нибудь животное поймать и немного перекусить. Потому что, реально, мамаша может проголодаться. И, по-моему, полоска слева... Нет, полоска слева — это выносливость. А как узнать, насколько я голоден? Нет никаких индикаторов. И я не могу узнать, насколько голодны мои котята, мои рысята. Возможно, они начнут как-то, не знаю, плакать или пищать, что более вероятно, потому что пока мяукать они не умеют, они только мило пищат. Так, давайте посмотрим, есть ли здесь где-нибудь еда. Блин, что это за мертвая пустошь, черт возьми, где все животные? Мы хотим кушать. Прежде чем мы отправимся на поиски приключений, нужно... Оу, 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 что происходит? Нужно перекусить, я хотел сказать. Почему рамки сдвинулись? Сейчас что-то произойдет, или мы просто переходим на новую локацию, и поэтому происходит загрузка. Такс. Да, вау! Вау! Я думал, что я не увижу ничего более красивого, чем звездная ночь, но черт возьми, я это сделал, я увидел. Эй, мои малыши хотят играться, да? Ну давай возьму тебя в зубы и немного подтискаю, иди сюда. Эй, ну кого-нибудь. И они почему-то изменили свой раскрас. У меня был красный детеныш, а сейчас его нет. У-у-у, как тебе нравится, когда тебя мамаша таскает, а? Весело тебе, а? Все, можно его немного кинуть. Где он? Вот, не упал, слава богу. Давайте теперь все-таки немного поохотимся. Так, стоп, я пришел, получается, оттуда, и теперь мне нужно идти туда, или нет? Ну горы, если там, то-то-то-то-то-то-то-то-то. Я немного запутался. Ладно, побежали сюда. Стоп, что это такое? Что это такое? О, это какая-то ловушка была или что? Странно. Я думал, в этом лесу нет животных. Смотрите, смотрите, смотрите-ка, смотрите-ка. Я кого-то заметил. Это маленький кролик. Так, главное не потерять его из вида, малыш. Давай, 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 я тебя съем. У-у-у, почему ты такой шустрый? Стоять, 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 вы арестованы. Маленький заяц, вы... Ох, какой жесткий-то, какой жесткий засранец.
Мамаша охотится! Мамаша охотится и... Эх, он удрал от меня. Не хватило скорости, я его не догнал. Так, а где мои малыши? Пока я бегал за этой дичью... А, малыши мои рядом. Фух, слава богу. Я думал, что их потерял уже. Да, в этой местности охотиться не так уж просто, но посмотрите, там вроде бы в кустах есть еще кто-то. Так, можно прыгать, но это, конечно, все классно. Опа-на, кролик. В этот раз ты не уйдешь от меня. В этот раз тебе не поздоровится. Ой, какой же ты резкий. Нет, кролик все-таки убегает. Ладненько, давайте попробуем запрыгнуть на уступ и посмотреть, что там можно найти. Так, эй, тут тоже была какая-то ловушка. А как мои малыши запрыгнули? Нифига они жесткие. И почему их только двое здесь? Нет, все четверо. Так, нужно осмотреть территорию. Целая куча зайцев, и они все прячутся в кустах. Ладно, побежал. Поехали. Оп-о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 п. Хорошо. Еще нескольких нужно, еще сразу нескольких нужно скушать. Иди сюда. Стоять, 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 стоять. О, хорошо, хорошо, хорошо. Отлично, давайте попробуем теперь его съесть. А-а-а, на правую кнопку мыши. Я понял, хорошо, спасибо. Кушай. Вот, наконец-таки моя мама тоже немного перекусит, слава богу. Ух, вкусный был кролик, да. Ну ты все съела и ничего не оставила своим детишкам. Как жаль, давайте вернемся к старой тушке, она наверняка еще где-то тут лежит. Да, вот, кстати, и она. Окей? Ой. Давай, кушай, 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 кушай. Малыши, вы тоже налетаете, вы че? А че вы ничего не кушаете? Неужто вы наелись уже и не голодны? Ладно, странно, а что это за вспышки время от времени происходят? Так, я могу сесть. Хорошо, помыться. Нет, они не хотят есть, видимо, они не голодны. Ну и слава богу, что они не голодные. И мне писали, что оказывается в лесу есть очень много опасных животных. Например, орлы могут утащить моих, собственно, котят. Лисы могут утащить моих котят. Могут напасть опять же волки. И это все печально, печально. Ну пока лис я здесь нигде не вижу. Поэтому все хорошо. Да, побежим туда, ближе к горам уже. Так и быть. Давайте еще одного кролика, наверное, попробуем поймать, скушать. Иди сюда, иди сюда. Опять ты пытаешься убежать. Малыши, налетайте. В этот раз эта пища принадлежит вам. Надеюсь, вы голодны. Кушайте, кушайте. Ну, почему вы не кушаете? Налетайте. Мамаша в этот раз не голодна. Я перекусил, и меня все устраивает. Да, действительно, полоска слева, видимо, указывает еще и на мой голод. Она постепенно вроде как уменьшается, если я ничего не путаю, если у меня с глазами все нормально. Перекусили? Да, съели все до последней крошки. Хорошо, а теперь мы отправляемся в горы, и вот-вот наступит ночь. Нужно, наверное, найти себе какое-нибудь жилище. Оп! Так, тревожная музыка предвещает беду, я полагаю. Я не буду тогда бежать, буду... аккуратно двигаться, потому что может произойти все что угодно. Давайте почаще включать свое зрение. Оп! Уу! Волки! Волки, волки, волки! Я буду защищать своих детей! Сволочи! А ну-ка иди сюда! А ну-ка иди сюда! Так, где мои детишки? Фух, вроде бы прогнал. Нет, не прогнал. Фух! Ни одного котенка не утащили. Они утащили котенка! Они утащили малыша! Какой ужас. Блин, ребята, мы потеряли одного из наших друзей. Какая же я плохая мать. Я себе этого никогда не прощу. Ну, как так-то? За что? За что это? Что я сделал? Почему меня наказали? Я пытался следить за всем, но волков... Волков я не заметил, к сожалению. Ладно. Оп. Ты умеешь красться? Но она почему-то сама это делает. Сама крадется. И мне сказали, что можно прятаться в кустах. Ну, ребят, давайте, бегите быстрее. Не отставайте, а то волки... Эх, придет серый волчок и ухватит за бочок. Откусит тебе голову, и ты будешь истекать кровью, умирать, страдать. И твоя мама не сможет тебе помочь, потому что... Я пытался этого волка догнать, но волк тоже, зараза, довольно-таки быстрые. Так, ладно, побежали, побежали, побежали. Мы бежим сейчас к горам, вон туда. Хорошо, опачки, опачки, что на дереве? Можно ли забраться на дерево? Так... на левую кнопку мыши можно трясти дерево, и тогда, получается, упадут вот-вот-вот яйца. Давай-давай-давай. Оба-на! Можно теперь немного и перекусить, ребятки. Так, мамаша, тоже кушай. Ты яйца не кушаешь, да, я так полагаю? Нет, она яйца не хотела есть. Все нормально, движемся как раз-таки туда. Здесь в кустах меня не видно, моих детенышей тоже.
И, блин, когда я смогу сделать себе нового малыша? Когда я смогу сделать себе нового ребенка? Где тут найти мужика для того, чтобы его создать? Скрафтить, скажем так, котенка? Не знаю, не знаю, не знаю, можно ли вообще это сделать. А что будет, если я потеряю всех своих рысят? То, по идее, получается, я проиграю тогда. Так, и, видимо, для того, чтобы попасть вон туда за горы, нужно двигаться вот сюда, по ледяным... Эх, льдам. Давайте, ребят, давайте, давайте, давайте. Можно немного пробежаться. Оп, 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 оп. Кролик, 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 кролик. Прямо попадался мне под зубы, но я его почему-то затупил и не взял. Что это такое? Фух, мне показалось, что это какой-то медведь, а это просто камень. Фух, у страха глаза велики. Такс, такс, такс. Смотрим, чтобы никто не спустился и не схватил моего малыша. Нет, никто не нападает. Хорошо, значит, двигаемся мы вроде бы как в правильном направлении. Надеюсь. Давайте, ребят, не отставайте. Оп, а вот, кстати, и орел. Смотрим, смотрим, следим за малышами. Не разбегаться. Сюда. Да-да-да, вот. Благо, можно их позвать. Вообще, здесь очень крутое интуитивное управление. Все, все мои способности используются только лишь на две клавиши. И это очень круто. И потихоньку моя мамаша начинает тоже голодать. Нужно будет перекусить, прежде чем я отправлюсь в ледяные горы. Опачки, я вижу нормальную дичь. Это олень, я полагаю. Так, нужно подкрасться к нему как-нибудь через кусты. Сделать небольшой рывок, схватить и вцепиться в его мясистую вкуснейшую шею. Надеюсь, они не смогут мне оказать никакого сопротивления. И просто падут. Так, их четверо. Нужно подождать... Наверное, самого слабого и за ним следить. Обычно так вроде делают хищники. Они следят за стаей, выбирают самое слабое звено. И это звено отрывают. Ну или отрывают голову этому звену. Такс, я буду прятаться в кустах, меня не видно, малыши. Вы тоже будете охотиться? Хотя, скорее всего, вы просто-напросто будете мешать моей охоте. Надеюсь, она пройдет гладко. Так, меня пока не видно. Меня не видно, надеюсь, они меня не учуют. У них, по идее, не острый нюх и... С помощью прыжка это можно сделать. Хорошо. Просто нажимаешь прыжок, и все происходит отлично. Побежали! Ай, промазал, промазал, промазал! Какой ужас! Ну тебя-то я догоню! Тебя-то я догоню! Почему ты проходишь сквозь скалы? Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ребята, ребята, ребята! Ну, первый, блин, комом охота прошла, мягко скажем, так себе. Блин, а я старался, я пытался, я крался, и они все разбежались. Козлины. Блин, и сейчас я могу умереть от голода, потому что здесь вообще никого нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же мне становится страшно, зябко. И меня начинает всего трясти. Я не хочу, чтобы моя мамаша умерла. Блин, никого нету. Неужто больше оленей здесь нет? А, вон они убежали в... А, это мои малыши. Думал, убежали в горы. Или... Что вы здесь делаете? Пошлите, они заблудились. Так, ну давайте отправимся туда. Я полагаю, нам надо туда двигаться. Хотя я, наверное, не смогу туда запрыгнуть. Ну давайте, давайте попробуем. Окей. Оп, 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 оп. Малыши, не отставайте. Да, вы все здесь? Стоп, я еще одного посеял, малыша. Вон он где. Давайте вернемся за ним, блин. Ах, такая неприятная местность, что они просто могут реально затеряться здесь. Где он? Вот он. А что с тобой? Что с тобой? Ты устал? Или, может быть, ты просто сильно проголодался? Нужно найти еду. Блин, нужно срочно найти еду. Такс, и вот она еда. Фух, ну в этот-то раз я не ошибусь. Давайте оставим этого малыша здесь. Где остальные ребятки? Оставим его здесь. Лежи, отдыхай. Оба-на, встал. Нет, он просто отдыхает. Видимо, устал и хочет поспать. А вот эту дичь мы уже поймаем. Оба-на, заметила меня, блин, скотина. Эх, иначе и не назовешь, кроме как скотиной. Но, блин, я не отстану от вас. Я буду вас преследовать до конца. Блин, почему они проходят сквозь камни? Я этого делать порой не могу. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, 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 давай. О, да! Так-то. Так, два малыша прибежали. Покушайте, и потом мы сюда придем, мы принесем еще одного малыша. Кушайте. Я тоже, пожалуй, немного перекушу. Такс, 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 ну кушаем, давай, дамочка, кушай. Вот, вот так вот, вот так вот. Восстанавливай свои силы, хорошо, осталось немного мяса. И нужно принести сюда моего другого малыша. Где он? Такс, главное не потерять тушу. Буду бежать просто по прямой, и тогда точно не ошибусь.
Так? Он далековато, блин. Надеюсь, все будет хорошо, и эта туша не сгниет, пока я его тащу. И наступает, походу, ребят, осень. Да, вот мой малыш. Где мой малыш? Ребята! Ребят! Ребят, мой малыш умер. Ну почему? Почему это случилось? Или не умер? Подождите, он лежит, он не умер. Он не умер, какое это счастье. Фух, как же это хорошо. Давайте отнесем его к еде, и возможно он тогда сможет ожить. Давай, где тут лежала туша, я немного не помню, но по-моему где-то вдоль скал. Так, котята, вы бежите за мной? Да, все хорошо, вы-то хоть не потеряетесь, вы-то хоть не падайте духом. Все у нас будет хорошо, все у нас еще впереди. А вот, кстати, и туша, которая, к сожалению, уже сгнила, да? Блин. Нет, тебя я таскать не буду, с тобой все в порядке. Я буду таскать больного моего ребенка. Надеюсь, он не мертвый, я не таскаю с собой. Блин, да отстань ты от меня. Отстань, и не таскаю я мертвую тушу своего детеныша. Это было бы крайне грустно. Нет, он шевелился, значит, все хорошо. Такс. Я немного запутался в карте. Я не понимаю, куда мне нужно бежать. М. Что это значит? Это значит, что наступила осень или что? Так, давайте посмотрим, где есть еда. Еда очень далеко. Как-то ты странно его тащишь, тебе не кажется? Отпусти и возьми заново. Возьми его нормально. Вот так вот, да. Так лучше. Блин, я начинаю путаться, действительно, ребят. Ну, побежали вот сюда, вроде бы проход есть, но, по-моему, я оттуда пришел. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, нам нужно сейчас главное найти еду. Где мои котята? Все хорошо. А вот и зайчики, такс. Ну, с зайцами будет довольно просто. Сюда. Один заяц готов. Давайте еще одного попробуем скушать. Оп-о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 п. Ну давай же, ловись. Черт побери, и давайте теперь отнесем его, собственно, к моему раненому малышу. Лежит он где-то там. Надеюсь, он сможет его скушать. Так. Так, где он? Стоп, а где все остальные котята? Так, вот двое, а где раненые? Я не вижу его, он не подсвечивается. Блин, опять я его потерял. Ну что со мной не так? Почему я такая никудышная мать-то? Так, лучше я отбегу. Может быть, если я отойду подальше, он подсвечится. Подсветится. Нет? Все, походу, ребят, это конец. Они хотят скушать еду. Нате, кушайте. И, пожалуй, на этой грустной ноте мы с вами остановимся. Продолжим в следующий раз. И если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. И если не понравилось, не ставьте. Это ваше право. Ну, а с вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, друзья, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи и всем пока.